На курорте торжественные мероприятия пройдут в храме святого равноапостольного князя Владимира по улице Виноградная. И в честь этого праздника в Сочи впервые решили провести фестиваль церковных хоров города. Фестиваль насчитывает свыше 150 участников. 16 хоровых коллективов из всех сочинских приходов должны представить по 4 произведения. 2 духовных и 2 светских. Исполнение псалмов, которые звучат на литургиях, запрещено. Итоги фестиваля подведут 1 августа в 11 часов на площади флага Сочи. Что касается праздничных мероприятий, то они начнутся завтра в 9:30 утра. Впервые в Сочи состоится общегородской крестный ход. Он пройдет от храма святого равноапостольного князя Владимира до площади флага по улицам Виноградная, Курортный проспект и Новогинская. В крестном ходе примут участие духовенство, певчие и прихожане. В связи с проведением мероприятия в субботу автомобильное движение по этому маршруту будет ограничено с 9:30 до 11 часов.